Гомельский молодежный театр представил спектакль «Усё глушей музыка войны», присвященный 75-летию вызволения Гомеля от фашистских захопников. У центра постановки «Лёсы людей», которые сапсовала Великая Отечественная война. Про то, как пекло тех часов закрануло простых людей, артисты расскажут словами наших земляков, жыхароў Гомеля и в области. Автор сценария и постановки – актриса театра Галина Анчишкина. У процессе подрыхтовки яна выкарыстоўвала архив матэрыялы з фондаў бібліятэк, асабістых архіваў жыхароў Гомеля, фота і відэасведчанні розных гадоў і ўнікальны музычны матэрыял. Мы хацелі паказаць весь ужас таго, што случылася. Главнае, каб людзі проста вспомнілі. Недаром у нас прозвучаць слова «верніце памяць», потому што то, как мы живем сейчас, то, что мы можем мирно существовать, радоваться и исполнять свои мечты, мы все-таки должны быть обязаны тому поколению, которое испытало на себя все тяготы войны. Его жанр определен военные судьбы Гомеля. Он не просто рассказывает о том, каким образом Гомель переживал военное лихолетие и мирное население, и партизаны, и военные, вышедшие уроженцы города Гомеля, но и подчеркивает ту мысль, что победа и освобождение достались не сами по себе, а ценой жизней, ценой крови наших защитников.